Вы знаете каких-нибудь российских музыкантов или какую-нибудь российскую группу? Слышали что-нибудь? Not really, no. We don't. Нет, не знаю. У нас нет музыкального обмена. And we don't really get to see artists. И артисты из других стран вообще редко бывают известны в Англии. Даже американцы не очень хорошо бывают известны в Англии. А вы слышали? Простите, что перебил. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, Англия очень закрытая страна в плане музыки. Даже ближайших соседей, например, немецких артистов, мы не очень хорошо знаем. Но вы наверняка знаете Рамштайн. Рамштайн, вы же работали вместе. Ну да, но есть много артистов, которые очень известны в самой Германии, о которых мы ничего не слышали. Так что, простите, я ничего не знаю о российских музыкантах. Но с Рамштайном вы были удовлетворены совместной работой? Ну, я не очень много работал с Рамштайном, если честно. Да, но между тем, Queen и Рамштайн позиционировали здесь, у нас, как совместный проект. Да, правда? Ну да, получается, что это было сделано без вашего ведома? Да, поразительно. Это же скандал. Да, скандал. Я не подготовился. Думаю, что все хорошо. Окей.